Всех приветствую на канале Дороги Михаил Илюшин. Приглашаю прокатиться по улицам города Саратова 13 марта 2024 года. Поехали посмотрим. Начинает Кировский район, танкистов, Депутатская, Бирюзово-Планерная, Жуковская, Высокая, аэропорт, Пристанское шоссе, Большая Исеченская и Большая Затонская до моста. То есть из Кировского в Волжский район. Здесь смотрите с левой стороны, там у нас вот взлетно-посадочная полоса была, уже началось строительство, как все меняется. Вот и о том, что все движется, жизнь продолжается. И как обычно свою сразу же мантру скажу. В Рутубе, Ютубе, в Одноклассниках, ВКонтакте, в Дзен, Яндексе выкладываю данный сюжет. Смотрите, подписывайтесь, пишите, читаю, отвечаю, где кому как удобно, все как обычно. И также делаю еще ссылочку на телеграм-канал из Рутуба. Можете там меня найти и, если удобно, там смотрите. Также в описании номер карты для донатов. И еще сразу же, вот начал я сейчас в описании, чтобы меня не спрашивали, какая музыка, где, откуда визита, то есть название группы и музыка. Можете там смотреть заодно, если кому-то что-то нравится. Решил так еще сделать. И вам вот выкладываю информацию. Вот такой был день. Обмену возврату не подлежит. Минус 6, плюс 3. Дорога, как обычно, из Солнечного ехал. Не стал уже вам показывать первый проезд танкистов в Плодородную. Недавно все показывал, потому что, говорю, одни и те же улицы. Стараюсь, ну, не повторяться, но что-то новенькое. Но пока нет возможности ездить куда-то далеко. Ну, такие дороги были на 13 марта, вы будете смотреть это 23 марта. Уже, конечно, что-то изменилось, снег будет поменьше, но вода, наверное, также есть местами, так как у нас и примораживает с утра, а днем плюсовая температура. Но, опять же, скоро это все сойдет, и будет сухо и тепло, и травка зеленеет, и листики будут распускаться. Какие нюансы на этой дороге? Да, вот 13 марта проехал на Высокой, где пешеходный переход. Будет, увидите, лежачие полицейские, то есть искусственные неровности. Дальше все как обычно, где что-то еще. Ну, камеры на улице аэропорт стоят. Большая Исеченская, там без изменений нету. Наш мини-серпантин, я его называю, саратовский. На Большой Затонской идет строительство пляжа. Камера там одна есть. Ну вот, смотрите, не буду вам мешать. Не загромождайте, так сказать, своими словами сюжет. Катаемся вместе, смотрим. Okay.
is over, no, we can't use. Go, you go, the time tools. And all the parameters set you on the front too. See, even your papa not to save you. For all the cannabis, when you pick it down too. Man, all the niggas don't find you. Because that nigga will you play on my dumb poop. Oh, my dumb poop. Ha, hey, mama, let's go. Chibi make a Samoa. Tell my kid not go join God. Ha, you want to bamba? You wanna cheat with the big boy? Now you the wrong, get the kid, you the wrong. Get the cat off, it's drink water, drop cup. Ha, hey. Yeah, but you see how it's in good. Yeah, how it's in good. I said, tell me who blamed you. And who, and who. Okay.
me, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lantiremo dorime, ameno, o mandare in perrabi, ameno, timere, timere, mantiro. Amenò. Omanare in terra vi munare, amenò. Omanare in terra vi munare, amenò. Amenò dore, amenò dorime, amenò dorime. Thank you.
This one of his love and we can't use. Go squee, go squee, go the time fools. And all the parameters said you want the farm too. See, even your papa not to save you. For all the cannabis when you pick it down too. Man, all the niggas don't find you. Because that nigga will you play on my dog poop. Oh my dog poop. Ha, hey, come on, let's go. Chibi make a Samoa. Say my cookie not go drink God. Ha, you want to bamba. You wanna G with the big boy. Now you the wrong, get the kitty, you the wrong, get the cat out of the drink, what a drop cup. Ha! Hey! Yeah, but you see how the thing goes. See how the thing goes. I said, tell me who blamed you. And who, and who? Okay. Ну вот, осталось чуть-чуть до окончания сюжета. Как обычно говорю, благодарю всех за просмотр. Берегите себя. Не болейте, оставайтесь со мной. Вот я так думаю, скоро же все будет тут тоже меняться когда-то. Не будет ни заборов, ни вот таких разрушенных домов. И будет дорога другая. Так что это все, я говорю, исторические кадры, как обычно говорю. Но они есть исторические кадры, потому что этот день уже давно прошел. Когда вы будете смотреть. Да, и вы кто смотрел в аэропорту, улица аэропорт, да, видели, авария была, и вот как сразу машины собрались. Ну, вот как-то так бывает. Уж не стал комментировать все, вот на этом заканчиваю еще раз. Благодарю за просмотр, до встречи в новых сюжетах. Всем пока-пока.